Тоже с партнером, наверное, вначале. Еще один подготовительный ход. Встать так, чтобы ягодицы лежали на стене, поднять голову, держать руки прямыми. Это еще один подготовительный ход, но менее интересный, чем то, что мы только что рассмотрели, поэтому я думаю, каждый может это не проделать. А вот кто желает выполнить 11-ю виньясу Вирабхадрасаны у стены, он может это сделать прямо сейчас. И, наверное, даже порадоваться своим успехом. Встать на расстоянии сантиметров 7-10 кончиками средних пальцев рук от стены, поставить, может быть, с помощью вашего партнера ноги на стену, затем согнуть правую так, как она у нас сгибается по ходу практики. И ближе подводить правое колено к животу до тех пор, пока пятка левой ноги не приподнимется над стеной. Ты желаешь? Я буду...